Здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Недавно в чате один молодой человек спросил меня, говорит, я хочу положить часть денег на вклад, и я нашел банк, который дает 7% по депозиту. Не знаю ли я какой-нибудь банк, который дает больше доходность, и очень хочется еще, чтобы вклад был пополняемый. И я ему ответил в чате, конечно, но я думаю, что такой вопрос возникает у многих, поэтому я решил снять на эту тему видео. Итак, есть такой вклад, есть такой банк, который дает побольше процент доходности, и он как раз пополняемый. Это Московский кредитный банк. Вклад мечты. 8% годовых, сумма от 50 тысяч рублей всего лишь. Срок 380 дней. Ну, практически год. 8% годовых. Смотрим условия. Процентная ставка 8%. Срок 12 месяцев, либо 380 дней. Пополнение возможно в течение первых 190 дней до максимальной суммы. В чем кайф? Пролонгация. Предусмотрено 2 автоматических пролонгации. То есть, смотрите, это вклад сезонный. Сезонный. То есть вот он прямо вот ограничен по времени, его можно сделать вот прямо сейчас, и потом это, сказать, эти условия прекрасные прекратятся. Но их можно пролонгировать. Он может быть не просто на год, а на 3 года с автоматической пролонгацией. Вот это очень здорово на самом деле, потому что кто знает, что будет дальше, а тут такие выгодные проценты по вкладу. Кроме того, дается премиальная карта золотая для каждого вкладчика. Очень удобный интерфейс, интернет-банк. Что еще можно сказать? Дистанционное открытие вклада. И если вы уже имеете вот такой вклад, то вы можете сделать еще и валютный счет. Дистанционно, не выходя из дома. Как открыть? Ссылку вы найдете в описании к данному видео. И многие люди, которые вот интересуются инвестициями, а мой канал именно этому и посвящен, интересуются не только инвестициями в ценные бумаги, но, конечно же, интересуются тем, что традиционные и надежные инвестиции. И вклад в банк, депозиты, они играют в этом не последнюю роль. 8% – это очень-очень, ну, на мой взгляд, это в данный момент лучшие условия на самом деле. Поэтому, друзья мои, переходите по ссылочке. Если кто-то из ваших знакомых тоже ищет такие же варианты, пожалуйста, поделитесь с ними данным видео. На сегодня все. С вами был Демитков Юрий. Надеюсь, вам это видео было полезно. До встречи.